Здравствуйте, господа, я вас всех приветствую. Единственное, первое, что я хочу сказать, то, что происходит сейчас в мире, дай Бог, чтобы был мир, потому что, когда идет война, страдают только мирные люди. И дай Бог, чтобы у нас на земле был мир, и чтобы никого это больше никогда не коснулось. Господа, перед тем, как я начну наш семинар, я хочу вам, чтобы вы послушали коротенькое видео. У нас будет большой семинар завтра, в понедельник. И я хочу специально, чтобы вы послушали это видео и послушайте его внимательно. Друзья, коллеги, партнеры, добрый день. Напоминаю вам, что завтра по адресу метро Арбатская, улица Воздвиженка, дом 9, пройдет презентация Панпанды, на которой вы узнаете самые свежие новости, на которой вы узнаете, что такое NFT, что такое DeFi, вообще как появились криптовалюты. То есть мы такой прям экскурс дадим, да? Как сегодня оставаться на связи, как сегодня зарабатывать непрерывные постоянно деньги. Поэтому обязательно приходите, приглашайте своих друзей. До связи, до завтра. И еще я хочу, чтобы вы обязательно... посмотрели. Одну секундочку, сейчас я сделаю шеринг еще один раз. Вот это адрес. Значит, 28 февраля, в понедельник, то есть завтра, приглашаем вас на презентацию в Москве. Место проведения — это метро Арбатская, улица Воздвиженка, 9. Начало 18:30, естественно, по московскому времени, и вход свободный, безоплатный. Приходите сами и приглашайте друзей, господа. Перед тем, как я расскажу кое-какие новости, что происходит у нас сегодня, как всегда, я сначала хочу сделать коротенькую презентацию о нашем бизнесе. Почему Панк-Панда? Господа, это очень важно. И обязательно смотрите эту информацию внимательно. И даже если ее вы видели раньше, это не имеет значения, потому что каждый раз, когда вы смотрите одну и ту же информацию, вы получаете все больше, больше и больше. Много людей, даже те партнеры, которые уже видели наши презентации сотни раз, они мне все равно задают один и тот же вопрос. И по ихнему вопросу я понимаю, что они так и не поняли всю суть наши презентации, почему мы рассказываем о тех компаниях, которые такого же типа, как мы, и чего они добились и почему. Ведь, господа, вы должны понимать одну простую вещь. Никто, я подчеркиваю, никто никогда не знает и не может гарантировать вам, что будет завтра. Будущее не знает никто. Даже те крупные и известные аналитики в мире финансов, когда они анализируют что-то, то когда эти аналитики, они анализируют, что было в прошлом, и благодаря то, что было в прошлом, они смогут сделать какое-то, иметь представление, что будет в будущем. И поэтому очень важно вам слушать нашу информацию, очень важно, потому что если вы хотите, задаете себе вопрос, какое же будущее в нашем приложении Панк-Панда, так обратите внимание на то, что уже произошло с такого же типа компаниями. Представьте себе, если бы менеджеры на вашем телефоне, такие как WhatsApp или Telegram, платили вам ежедневно только за то, что вы ими пользуетесь. А теперь представьте, что эти ежедневные вознаграждения олицетворяют вашу причастность к успеху компании. Facebook купил WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Сервис по обмену файлам Dropbox оценивается в 10 миллиардов долларов. Программа для видеоконференции Zoom оценивается в 98 миллиардов долларов. А вы когда-нибудь получили деньги за их неиспользование? Безопасность менеджеров. Больше людей стало волновать, кто еще может их слышать при использовании подобных приложений.
Как часто вы о чем-то говорите, а потом видите это в рекламах, внутри ваших приложений? Кому еще доступны ваши переписки, фотографии и личная информация? Вы можете быть уверенным, что ваши данные в безопасности и ими никто не управляет? Представляем Punk Panda. Это самый безопасный в мире мессенджер, во всяком случае на сегодняшний день, который вам платит за его использование и распространение. Это совершенно бесплатно и вознаграждает вас несколько раз в день, а точнее каждые 30 минут или 48 раз в день происходит оплата. Протоколы шифрования военного уровня защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. Чем больше вы им пользуетесь и делитесь им, тем больше токенов от компании вы зарабатываете. Как мы зарабатываем в нашем приложении? Очень просто. Используй приложение, зарабатываешь токены. Делись приложением, зарабатываешь токены. Забирай токены и держи токены в приложении на фирме и тоже зарабатывай токены. Или если вы держите эти токены прямо в своем кошельке на вашем приложении внутри, вы тоже за это забираете, зарабатываете токены. Поэтому все, что от нас требуется, пользоваться и делить. И делиться с этой информацией. Punk Panda Token. Максимальное предложение, максимальное количество токенов 275 миллионов. Обозначение токена PPM. Начался токен, когда это было 29 октября 2021 года, он стоил 10 центов. Мы уже дошли на сегодняшний день $1.16. Зарабатывай токены со своего телефона. Зарабатывай через Proof of Staking, Proof of Panda Pulse. Практически не требуется энергии для майнинга. График поставки на срок 15 лет. Я объясню, что это значит. И как у биткоина, у Punk Panda будет регулярный график халвинга. 2, 4 и 8 лет. Общая поставка 275 миллионов. 65 миллионов было уже предварительно добыто. И теперь следующие 15 лет будет добыто 210 миллионов токенов. Что значит следующие 15 лет? Это наш смарт-контракт. Наш смарт-контракт, смарт-контракты бывают разные. Наш смарт-контракт заряжен на 15 лет. Это значит, что никто остановить этот смарт-контракт не может. Если вы установили наше приложение на свой телефон, и даже хозяин компании решил или продать компанию, или просто все бросить, смарт-контракт все равно будет работать 15 лет, и вы все время, каждый день будете зарабатывать наши токены. График майнинга. Первый год, то есть то, что началось 29 октября, будет добываться 2100 токенов каждые 30 минут. 50%, то есть 1050 токенов, будет отдаваться нам, Panda Pals, так нас называют. Это все те люди, которые установили приложение на свой телефон. 1050 токенов будет делиться между нами. 23% или 485 токенов будет делиться между всеми теми, которые имеют это приложение. То есть Panda Pals это за счет того, что вы приводите людей в бизнес. Ну, 23% или 485 токенов из этих 2100 будет делиться между теми людьми, которые только просто установили приложение. 12% будет идти
То есть 250 токенов каждые 30 минут будет делиться между теми людьми, которые имеют токены в приложении Panda Pharma. Для того, чтобы иметь токены в фарме, их нужно купить. Это не обязательно, но если вы купили, то вы тоже на это будете получать комиссионные. И 15% идет на развитие компании. То есть 315 токенов каждые 30 минут идет компании на ее развитие. Через 2 года, следующие 2 года, не через 2 года, а следующие 2 года, каждые 20 минут будет добываться 1050 ppm, и также по графику оно будет делиться. Потом следующие 4 года будет добываться 525 ppm каждые 15 минут. И следующие 8 лет будет добываться, и через 8 лет будет добываться 263 токена каждые 10 минут и так далее и тому подобное. Поэтому здесь на этой графе, на этой фотографии вы можете увидеть, как будут распространяться токены в зависимости, сколько лет уже длится этот майнинг. И закончится это все через 15 лет. То есть у нас гарантия, господа, что мы будем зарабатывать минимум 15 лет. Ценности наших данных. Как я сказал раньше, никто не знает, что будет с пандой завтра. Но если мы начнем проверять и анализировать компании, которые работают так же, как мы, только открылись раньше, к чему они пришли. Благодаря этому вы можете проанализировать, что же будет с пандой. Zoom. Оценка 18 миллиардов долларов через 4 года. Viber, Dropbox, WhatsApp. Какая разница между ними и нами? Разница только одна, что нам еще за это платят. И то, что у нас на военной платформе нас подслушать нельзя, и никто не может скопировать ту информацию, которую мы делимся между друг другом. В течение первого года эти все четыре компании, Zoom, Viber, Dropbox и WhatsApp, уже имели через год 1 миллион подписчиков. Но в первые 100 дней они все имели около 100 тысяч подписчиков, а мы уже имеем 500 000 подписчиков, господа. Мы уже побили их 5 раз. Поэтому только можете себе представить, что будет к концу этого года, какое количество подписчиков будет у нас. Особенно, когда начнет работать Panda 2, и мы поговорим об этом сегодня попозже, и когда произойдет листинг, и мы тоже об этом поговорим попозже. Люди просто начнут сходить с ума, господа. И мы, вы, в первых рядах. Потому что как только это все будет запущено, Panda 2 и листинг, то только основные массы только тогда начнут идти в наш бизнес. И они в основном, основное количество людей будет, господа, в ваших группах. Это почему так важно именно сейчас строить свои структуры. В основном все эти компании, и Zoom, и Viber, и Dropbox, и WhatsApp, они бесплатные, но есть определенный процент платных систем. То же самое будет и у нас. За единственным, что никакой из этих четырех компаний никому не платят, а мы получаем на сегодняшний день 48 оплат. То есть каждые 30 минут. Цель нашей компании – дойти до роста в 50 миллиардов долларов. Zoom уже стоит 98 миллиардов долларов. Viber оценивается в 24 миллиарда. Dropbox оценивается в 22 миллиарда. И WhatsApp был продан в 2014 году за 19 миллиардов. То, скорее всего, мы добьемся такого же результата. Что же такое Panda токен? Это служебный токен, значение которого поддерживается продуктами Panda. Многие мне задают вопрос, хорошо, а от чего же будет расти стоимость этого продукта? Первое, естественно, стоимость этого продукта будет расти от того, какое количество людей имеют этот токен.
уже на сегодняшний день 500 000 человек, то есть 500 тысяч людей уже имеют этот токен, потому что они уже начали пользоваться нашим продуктами. Такого нету ни в какой компании, ни WhatsApp, ни Telegram, ни Zoom, ни Viber, никто, ни Facebook, ничего, потому что никому ни за что не платят. Кроме того, что нам за это платят, то, естественно, еще большая сила PPM, потому что оно прикреплено к этим продуктам, к нашим продуктам. Panda Application. Это приложение для зашифрованной связи военного уровня, созданное с целью защиты вашего контента. Что это значит? Если я сегодня переписываюсь с Андреем по Панде, присылаю ему звуковое сообщение, или какое-то письмо написал, или какое-то видео, не имеет значения. Но что бы я бы ему ни прислал, это никто подслушать и скопировать это не сможет. Даже не дай бог, если мы что-то с Андреем делаем незаконное, и какие-нибудь силовые структуры обратились в Панду, потому что они хотят получить разрешение прочитать эту информацию, это невозможно, потому что Панда это не сохраняет на своих серверах. Поэтому эту информацию будет знать только два человека. Тот, кто послал, и тот, кто получил. Вот что это значит, что зашифрованное военного уровня. Зашифрование идет мгновенными сообщениями, голосовыми и видеозвонками, и передачей файлов. Будущее, когда будет сделан апдейт, еще будет новая функция добавлена, где вы не сможете, допустим, если вы отправили кому-то сообщение, то это от вас будет зависеть, если вы дадите человеку, который получил вас сообщение, если вы дадите возможность ему его прослушать. У вас будет полный контроль в своих руках той информации, которую вы будете посылать тому или иному человеку. Panda Post, Panda Meet, Panda Vault – это одни из наших услуг. Я не буду объяснять конкретно, что это значит, мы уже говорили об этом много раз. Panda Meet будет запущена в этом году, наверное, на второй или третьей половине 2022 года. Она будет работать точно, как работает Zoom. Естественно, это будет намного дешевле, и тоже будет возможность бесплатная. Panda Vault, это тоже все будет запущено в этом году. Panda Profit, Panda Play. Panda Profit – это безопасный цифровой кошелек, он будет запущен, как только произойдет листинг. DeFi, децентрализованные финансы, позволяют одалживать вашу криптовалюту. Кстати, завтра, как я уже сказал, на этой встрече в Москве, будет конкретно вам объяснено, что такое DeFi. Многие вещи, о которых мы сегодня рассказываем, говорим, и если даже это вам непонятно, у вас будет полная информация завтра. Игры. Это очень важно для роста цены нашего токена. Уже запущено первое отделение наших игр, Panda 11. Она уже работает в полный ход. Panda 11, в принципе, это построено для того, чтобы люди играли и делали ставки на спортивные игры. Чтобы вы имели в виду, мировая индустрия онлайн игр, только в 2020 году и только в Америке была оценена в 130 миллиардов долларов. Просто представляете себе, на каком это уровне. Мировой рынок NFT вырос до 2,5 миллиардов долларов США только в первой половине 2021 года. Что такое NFT?
Многие из вас уже знают, некоторые еще, наверное, не представляют, что это такое. Завтра в Москве на нашей встрече вы получите полную раскладку, что такое NFT. Стратегия привлечения пользователей. WhatsApp создан в 2009 году. В 2004 году, через 5 лет, там уже было зарегистрировано 400 миллионов пользователей. Представьте себе, господа, что будет с нашей пандой через 5 лет. Какое количество людей будет зарегистрировано в панде? Она уже будет работать без проблем. Кто-то мне звонит и пишет, и говорит, и жалуется, что у нас есть такие глюки. Да, есть глюки. Глюки были также и в WhatsApp, и на Telegram. На Facebook глюки были первые 2 года, очень серьезные. На Skype. И везде есть глюки в начале. Это все нормально. Компания, по ходу, их устраняет, и все становится работать лучше и лучше. Как только будет запущена Panda 2, о которой мы поговорим попозже, большинство этих глюков просто сразу исчезнут. Но даже со всеми глюками за 100 дней, господа, мы уже подписали 500 тысяч партнеров. Вы представляете, что будет происходить, когда пропадут все глюки? А точнее, в этом месяце, в марте, я извиняюсь, не в феврале, а в следующем месяце, в марте, большинство этих глюков уже пропадет. И вы даже себе не представляете, как будет работать Panda 2. Конечно, через 5 лет у нас будет больше, чем 400 миллионов, потому что если WhatsApp дошло до этого, без смарт-контракта и без платежки для партнеров, никто ж там не зарабатывает деньги, а мы зарабатываем. Естественно, у нас будет больше. Сейчас Skype... WhatsApp, я извиняюсь, сейчас WhatsApp используется в 100 странах. 2,5 миллиарда человек пользуются WhatsApp. В 2020 году ориентировочная выручка составила 5 миллиардов долларов. Обратите внимание на эту компанию. PI Network, создан в марте 2019 года. За 2 года уже было 20 миллионов подписчиков. Это точно, я повторяю, точно такая же программа, как у нас. С небольшим отличием. Здесь тоже вы должны просто иметь смартфон, и вы можете установить эту программку на своем телефоне, и она будет добывать для вас криптовалюту. Разница между нами в том, что эту криптовалюту еще у нее нету цены, ее нельзя продавать. Уже начался 2022 год, нету никакого продукта. Поэтому она не стоит ничего. У нас есть продукт, который люди могут пользоваться между собой, и он становится только лучше, лучше и лучше. И самое главное, нам за это платят, и вот-вот будет сделан первый листинг, и вы сможете продавать эту валюту. Представьте, что будет через 2 года у нас. Dropbox был открыт в 2007 году. Это точно такая же компания, которая предлагает такие же услуги. В 2021 году уже насчитывалось 700 миллионов пользователей. Вы представляете? Сейчас компания оценивается в 10 миллиардов долларов. Это карта, которая была создана 29 октября 2021 года, как мы будем продвигаться. Собирались токен дойти до цены 1 доллар, он уже дошел до $1.16. Супер NFT игра, где мы сможем зарабатывать. Они обещали первый квартал 2022 года.
Одно из этих отделений Панда 11 уже запущено. Первый квартал 2022 года будет произведен PPM листинг. $1. Теперь он будет стоить, листинг будет произведен также в первом квартале 2022 года. Он будет стоить, будет другая цена. Я об этом расскажу, как только я закончу эту презентацию. Поэтому все, что, в принципе, они тут написали, мы так и идем. И не отстаем. Господа, что от нас требуется, от всех? Начинайте пользоваться Панда сегодня. Это сам, скачайте это бесплатное приложение. Делитесь этим приложением со своими друзьями. Получайте больше токенов. Сохраните свои токены и смотрите, как они растут. Станьте частью истории. Господа, я вам хочу сказать такую вещь. И потом я расскажу кое-какие новости и дам вам возможность задать мне вопросы и постараюсь на них ответить. Господа, что от нас требуется? Просто предложить своим знакомым, своим друзьям, чтобы они просто установили то же самое приложение, Панду. Никакого риска нету, вам не надо за это ничего платить, и вы можете начать переговаривать с друг другом. Да, я знаю, сегодня есть еще много глюков. В некоторых регионах, не везде, но в зависимости, где вы живете, иногда прерывается связь, когда вы звоните и пытаетесь говорить по телефону. Но если вы отсылаете звуковые сообщения, письма, музыку, файлы, все работает отлично. Значит, Панда 2 начнется запуск, наверное, в смысле, они дали число 4-5 марта. Начнется запуск. И, как я уже говорил раньше, Панда будет закрыта полностью на 3 или 5, от 3 до 5 дней она будет закрыта полностью. За это время вы все равно будете продолжать получать токены. Так что нам будут продолжать платить. Но 3, может быть, 5 дней она будет закрыта. Закрыта, потому что нужно будет перевести всю информацию, я имею в виду всех дистрибьюторов, ну так далее и тому подобное, а нас уже 500 тысяч человек. Поэтому это занимается так долго, и после этого будет запущена Панда 2, и вы просто, когда откроете свое приложение, она уже будет работать, все будет работать отлично, не будет больше никаких проблем с токенов, связь будет намного лучше, будет очень много вещей, я не хочу сейчас подаваться в подробности, потом я вам все покажу, расскажу, сделаю видео, все будет намного легче, вы сможете больше видеть свою структуру, как кто работает, будет полный отчет. И самое главное, все будет работать классно. Это первое. Одна из причин, почему Panda 2 не запускали до сих пор, это было связано с Apple. Ну, там уже они запустили 24 models, я не знаю, как правильно, как это сказать по-русски, которые должны были быть допущены и подписано соглашение по ним, и из-за этого была задержка. Самые сложные модулы, их 8, они уже все опрованы, так что принятые, так что поэтому они считают, что где-то начнется запуск 4, может быть, 5 марта, плюс-минус. Это будет сообщение, вы все узнаете, и первое, что вы увидите, перестала работать наша Панда, поэтому просто не пугайтесь, она будет закрыта от 3 до 5 дней. Насчет нашего листинга. Я уже говорил ранее, я не буду сейчас называть имена этих людей, вы все уже слышали, я эту информацию давал, если кому-то нужно будет еще раз написать, напишу. Компания взяла 2 человек, это наши, как это правильно сказать, консультанты, которые помогают Панде выйти
сделать листинг. Эти два человека, они входят в первую пятерку самых крупных и самых известных людей, криптовалютчиков в мире. Они начали работу с 2010 года, начали работу на блокчейн. Это одни из людей, которые были консультанты блокчейн и принимали, как говорится, работу налаживания этой системы. Ну, короче говоря, таких людей в мире всего лишь 5 человек, круче их нету. И сами понимаете, эти люди перед тем, как они пришли в панду, панда, они сделали полный анализ нашей компании, так как для них самое важное не испачкать свое имя. Они уже очень богатые люди, и их приглашают во многие криптовалютные компании принимать участие, давать консультации, но они не идут везде. Так как они пришли к нам, это только говорит о том, на каком уровне наша компания. Теперь они полностью взяли в свои руки листинг. И они делают листинг, как они сделали уже сотням, а может быть даже тысячи криптовалютам. Они это делают очень осторожно, потому что они говорят, правильно можно сделать только один раз. И чтобы цена росла, а не падала, они теперь сейчас запускаются, взяли компанию, рекламную компанию, ей уже проплатили, их взяли, ну, как это правильно сказать, на работу. И что они начнут делать? Они начнут с 1 марта, они начнут вести большую эпопею реклам нашей монеты, PPM. Они не будут рекламировать нашу панду, это наша работа. Они просто будут только рекламировать все про наш токен. Это будет рекламироваться между теми людьми, серьезными, крупными людьми, которые криптовалютчики, которые покупают и инвестируют деньги в криптовалюту. И это будет все делаться в специальных платных группах, на Телеграме, на Твиттере, на Фейсбук, чат-румс по всему интернету. Но не такие чат-румс, как мы открываем с вами. Это платные румы, комнаты, куда чат-комнаты, куда заходят люди за деньги, где они проходят, изучают ту или иную криптовалюту, изучают, как работать в мире криптовалют. Люди, которые хотят понять, как работает бизнес инвестиций в криптовалюте, как работает мир трейдинг в криптовалюте. Вот именно среди таких людей по всему миру начинается эта реклама. И когда это определенно занимает время, я не знаю, 4 или 5 недель это будет делаться, на это потрачено большие суммы денег, и к 15 апреля наша монета будет сделана первый официальный листинг на Pancake, и цена монеты будет $1.50. В начале марта, где-то 4-5 марта, будет полностью переделана фарма, наша панда фарм, потому что она будет приготавливаться для того, что люди, которые захотят просто инвестировать деньги и покупать PPM токены, они это смогут, первый кошелек, который они смогут иметь, это будет фарм. Поэтому может быть вторая неделя марта, когда вы зайдете на фарму, вы увидите, что у нее совсем другой вид, она очень будет красивая, и все будет приготовлено для тех людей, которые захотят покупать еще монеты на фарме. Плюс помните, когда те люди, которые купят монеты на фарме, они тоже будут приносить им экстра PPM за счет того, что они их там держат. Вот это, в принципе, та информация, которую я хотел запустить. Еще один раз я сделаю еще одно объявление. Я просто повторю, я его делал в самом начале. Это насчет нашей встречи завтра в Москве для тех людей, кто сможет присоединиться. Сейчас я вам покажу. Значит, 28 февраля в понедельник
Мы вас всех приглашаем на презентацию в Москве. Место проведения — метро Арбатская, улица Воздвиженко, 9. Начало 18:30 по московскому времени. Вход свободный, бесплатный. Приходите сами и приглашайте друзей. И сейчас я вам еще покажу запись. Одну секунду. Сейчас я вам покажу человека, который основывает эту встречу. Друзья, коллеги, партнеры, добрый день. Напоминаю вам, что завтра по адресу метро Арбатская, улица Воздвиженко, дом 9, пройдет презентация Панпанды, на которой вы узнаете самые свежие новости, на которой вы узнаете, что такое NFT, что такое DeFi, вообще как появились криптовалюты. То есть мы такой прям экскурс дадим, да, как сегодня оставаться на связи, как сегодня зарабатывать непрерывные постоянно деньги. Поэтому обязательно приходите, приглашайте своих друзей. До связи, до завтра. Так что, господа, я просто вам советую сам лично от себя, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, посетите эту тренировку. Если у вас есть возможность, если у вас друзья, которые живут в Москве, отправьте этих людей на эту встречу, они смогут получить информацию про панду, все, что происходит у нас в бизнесе, и потом вы просто сможете подписать их в бизнес. Так что используйтесь, это одна из первых живых встреч. Таких встреч мы будем делать больше, больше и больше. Теперь я даю вам возможность задать мне вопросы. Вы можете написать вопросы или поднять руку, и Андрей вам даст право слова. Так что, господа, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, задавайте. Господа, мне люди пишут каждый день, и пишут постоянно, и пишут очень много, и задают много вопросов. И я понимаю, что у вас у всех есть вопросы, поэтому не стесняйтесь. Эти встречи я делаю не для себя, я их делаю для вас. Так что, если у вас есть вопросы, задавайте. Если вопросов нету, тогда можно на этом, я буду заканчивать нашу встречу. Андрей, если ты меня слышишь? Да, конечно, слышу. Okay. Вот у нас есть первая рука. Юрий, включайте микрофон, задавайте свой вопрос. Добрый день, Майклс. У меня не вопрос. У меня благодарность, Майкл, конкретно. Спасибо тебе, что помог нам разобраться с неким Александром, который у нас, можно сказать, украл целую ветку, и, наверное, ни одной моей ветки такие вот были вопросы, потому что, ну, мы поняли, что он шустрил, вот, и большое тебе спасибо, что вернул, ну, порядка количества, 300, там, 400 человек к нам ветку назад, и все мои партнеры очень тебе благодарны, вот я хотел это именно и озвучить, спасибо большое. А спасибо, Юрий, спасибо за теплые слова, спасибо, мне очень приятно. И, господа, мы все работаем в этом бизнесе вместе. Мы не начальник или подчиненный, мы все партнеры, друзья. И поэтому, естественно, мы должны помогать друг другу. Так что большое спасибо тебе за теплые слова. И слава Богу, что это произошло. И этого, так скажем, Александра, не знаю, насколько это было правильное время, его уже заблокировали и выкинули из системы. Я вижу, тут человек написал вопрос, будет ли обучение, как зарабатывать в Панде 11. Панда 11 – это не система для заработка. Это в ней будут зарабатывать только те люди, которые будут делать инвестиционные вклады, то есть ставить ставки. Поэтому это программа для того, чтобы ставить ставки. Это не для всех людей, которые работают в панде. Ну, а именно от этого, от этой системы
наша цена нашей монеты тоже будет идти вверх. Почему я так говорю? Я хочу обосновать немножко. Этот Панда 11 идет из людей, эксперты из Индии, которые создали эту программу. Один из хозяевов этой программы, у него уже большая система, это называется Sport Fantasy в Индии. В его Sport Fantasy такого типа, как Panda 11, у него 80 миллионов подписчиков. То есть 80 миллионов человек играют, делают ставки на эти игры. Просто чтобы вы имели в виду, сколько этот человек зарабатывает. И я не просто говорю вам, я объясню почему. Значит, он зарабатывает в долларах $250 тысяч за каждую игру. Таких игр в день может происходить 4, 6, 8 и больше. А он за каждую игру зарабатывает $250 тысяч, это его доход. В Индии спортивная спорт фэнтези очень развит, но там нужно платить правительству очень сумасшедшие деньги, поэтому люди все равно играют, но они решили, как говорится, состыковаться с пандой за счет того, что делать через нашу Панду 11, и таксы уменьшаются. Ну, чтобы вы имели в виду, в Индии, если вы вкладываете $100 и выигрываете, если вы выигрываете $100, вы получаете на руки только $45. То $55 это идут в налоги. Поэтому можете себе представить. У нас в Панде 11 человек, который будет зарабатывать $100, налог всего лишь $15. То есть его полностью заработок 85. Поэтому вы представляете, какое большое значение это для Панды 11. И Панда 11, этот человек, хозяин этой компании, он уже сказал, что через месяц будет у нас 1 миллион подписчиков людей, не подписчиков на Панду, а людей, которые будут участвовать в ставках, спортивных ставках на спортивные эти игры. Господа, ставки на спортивных играх в мире приносят сотни миллиардов долларов. Это вы даже себе не представляете. Так вот, Панда 11, все, которые захотят ставить эти ставки, они смогут их ставить только, подчеркиваю, только в PPM. Но цена приза будет в долларах. То есть, их не будет волновать, этих игроков, сколько стоит PPM. Если человек делает ставку $1000, или стоит 1 ppm $1000, или стоит 100 ppm $1000, его совершенно не волнует. Они просто покупают ppm на сумму в $1000 и ставят ставки. Вы знаете, что будет происходить с нашей монетой? Она будет идти вверх, вверх и вверх. Это одна из причин, почему основная масса людей не стремится продавать ppm, так как они знают, сколько они будут стоить хотя бы даже к концу этого года. Да, вот я вижу, еще руку подняла Стелла. Да, Стелла подняла руку. Включайте микрофон. Добрый вечер. У меня вопрос по листингу. Вот на прошлом зуме вы сказали, что листинг состоится в марте, когда PPM будет стоить $1.25. Как я поняла, перенесли на 15 апреля, и уже листинг состоится, сумма токена будет составлять $1.50. А ранее говорили, что мы введем на биржу, когда токен будет стоить доллар. Вот почему оттягивают этот момент с выходом на биржу, и причем люди меня спрашивают? Этот момент оттягивается не потому, что вы, не потому, что я. Хотят вытянуть, сделать токен дороже. Чем он будет дороже, тем лучше его выставлять на листинг. Если вы посмотрите на многих биржах, вы можете увидеть, которые токены стоят и копейку, и 2 копейки, и даже дешевле. У них очень долго идет цена вверх. Но самое главное не это. Самое главное, что они взяли 2 человека, о которых я уже рассказывал раньше, и имена их не давал. Именно те люди, которые, наверное, сотни, может быть, даже 1000 токенов вывели на биржу, и которые сегодня расцветают, и у них они входят в первую пятерку самых крупных
людей, специалистов, консультантов в мире в криптовалютном бизнесе. И они нам, и они теперь взяли в руки это, именно их взяли для этого на работу. И поэтому это они все поменяли. Теперь они взяли компанию, они сказали, что перед тем, как мы будем делать запуск токена, мы хотим прорекламировать этот токен, что когда, как только он появится, чтобы о нем уже все знали. И рекламировать они, как я уже сказал, будут именно в мире криптовалютчиков. И это именно они так сделали. Поэтому с 1 марта начнется эта эпопея рекламы, которая будет длиться минимум 4 недели. И только после этого, а точнее 15 апреля, будет первый листинг. И он уже будет стоить PPM $1.50. Поэтому это не мое решение, это решение этих консультантов, которых именно для этого и взяли. Я поняла. Вопрос еще такой. Этот срок, он точный уже или может опять что-то поменяться и опять... На это ответ вам никто не может дать. Я задал такой же ответ Альберту. Он мне сказал, что может выйти запуск даже раньше. Они просто дали день 15. Это бизнес. Если вы когда-нибудь были в бизнесе или люди, которые когда-либо имели компанию, любую магазин или имеют сейчас, прекрасно понимают и согласятся со мной. Иногда мы не можем выдержать ту или иную дату, потому что есть вещи в бизнесе, от которых мы не можем контролировать. Поэтому я надеюсь, что это произойдет 15 марта или, может быть, даже до того. Мы все это увидим. Вопрос. Смарт-контракт, вы говорили, то, что он скрыт до листинга, а по чатам скидывают смарт-контракт, его проверили, он недействительный. Смарт-контракт настоящий, никто сейчас его не видит. Я не знаю, что там бегает по чатам, меня это совершенно не интересует. The Smart Contract of PPM будет выставлен только в тот момент, когда произойдет листинг, и этому есть причина. Поняла. А еще можно вас спросить, вот по фармпанде сейчас вышли экстра токены PPM, начисляется, да, вот в бонусный кошелек. И были еще токены PPM, которые начислялись, он красным, этот кошелек горит. Стейкинг 9% и 12-уровневая реферальная программа. И вот эти старые бонусы, которые мы получали, мы их как-нибудь можем вывести или они сейчас заморожены? Как только произойдет листинг, вы все сможете начать выводить, но будет определенный процент, чтобы... это тоже делается для того, что если люди начнут сразу же продавать свои PPM, особенно в бедных странах, $10-$20, но если это начнут делать десятки тысяч людей, то цена PPM сразу пойдет вниз. И мы не хотим этого допустить. Да, это понятно. Сейчас речь идет за рефералку, за процент. Вы все, и то же самое в фарме. Все, что у вас находится на фарме на сегодняшний день, то, что вы не можете пока выставить, то, что находится в стейкинг, как только произойдет листинг, вы все сможете начать выводить. То есть эти бонусные кошельки объединятся, все да? Все вы сможете начать выводить, против, как только начнется, как произойдет листинг. Понял. Пожалуйста, следующий, Сергей. Сергей, включайте микрофон. Сергей. Окей, пока Сергей думает, тут задают вопрос. Да я не думаю, микрофон не включает, ребят. Окей, хорошо, давайте, Сергей. Но вы же включили его, поэтому говорите. Значит, Майкл, я, в общем-то, сетевик очень опытный, так же, как и вы. Структура у меня приличная по количеству людей. Это несколько тысяч человек, там 5500 человек. Поэтому то, что я скажу, это очень важно. Постарайтесь вот это внимательно отнестись к этому. Сегодня во всех структурах, в российской, я имею в виду структуре, огромное количество людей, которые при регистрации, где написано установить свой name, ставят имя туда, а фамилию не ставят вообще. Понимаете? И вот структура Наташа, Маша, Глаша, кто это такие, фиг его знает. У меня в моей первой линии немного людей, там 65 человек, но даже я не знаю, там какая Наташа у меня стоит, кто чего. Поэтому вот если бы там вот это вместо name как-то расшифровать подлиннее, чтобы люди ставили обязательно имя и фамилию, обязательно ставили.
Понимаете, это очень важно. У меня я, лидеры, Сергей, я вас услышал. Поэтому, Майкл, я вас что прошу? Первое. На каждой своей презентации, когда презентуете именно нашей русскоязычной команде, напоминайте людям, бляха-муха, что вот обязательно пишите свою фамилию. Это очень важно. Спасибо. Сергей, я тебя услышал, но ты, значит, не услышал меня, потому что я пройду... Да я знаю, что будет у нас «Панда-2». Вот когда будет «Панда-2», каждый будет намного больше информации для вас о своих партнерах, и вы сможете выйти с каждым человеком на связь. Я думаю, то же самое... Сергей, дайте мне досказать. Я вас услышал. И каждый партнер сможет сказать своим партнерам, и я буду это говорить на встречах. Каждый должен будет зайти в кабинет и правильно написать и имя, и фамилию. Вы сможете сделать апдейт. И все эти проблемы пропадут. И я это буду говорить много раз. Это, во-первых, это будет очень важно. Если вы не хотите, если, допустим, какая-то проблема произошла, и у вас нету, и вы потеряли свой пароль, и если у вас нету полного имени, как же вы его восстановите? Никто не будет вам доверять. Потому что если вы потеряли Майкл, вы меня не совсем поняли. Речь идет сейчас во время регистрации, при первичной регистрации. Я услышал вас, Сергей. Когда выйдет «Панда-2», таких проблем не будет у новых людей. А старые просто должны будут зайти в свой кабинет и все исправить. Просто они смогут сделать апдейт. У новых этой проблемы не будет. Понятно. Спасибо. Не за что. А пару человек тут написали мне, я сейчас отвечу. Румин, если он правильно понял, да, Рувин, ты правильно понял, будет стоить при листинге цена PPM будет стоить $1.50. В панде есть одна проблема, когда люди звонят мне, я не узнаю, пока я не войду в панду. Когда решится эта проблема? Господа, слушайте внимательно, все эти глюки пропадут, когда будет запущена «Панда-2». Компания об этом знает, над этим работают. Это только происходит пока в определенных регионах. Это не происходит везде. Но все эти проблемы пропадут в следующем месяце, их больше не будет. Человек пишет... Требуется для использования Panda 2, Panda 11 и Panda Farm. Господа, Panda 11, Panda Farm и Panda 2 – это две разные вещи. Самое главное для нас, для всех, где вы можете заработать самые большие деньги и построить самые большие структуры – это наше приложение Punk Panda, которое в следующем месяце будет Punk Panda 2. Это та же самое приложение, с которым вы сейчас работаете, оно просто будет улучшено. Panda Farm – это совсем другая система. Это для тех людей, которые хотят купить PPM. Если вы хотите купить PPM, тогда вам нужна Panda Farm. Если вы не хотите их покупать, а просто хотите добывать и строить бизнес, Panda Farm вам пока не нужна. Панда 11 – это будет только для тех людей, которые хотят ставить ставки на спортивные состязания. Потому что, ставля ставку, вы будете зарабатывать деньги, если вы выиграете. Надеюсь, вы меня услышали. Есть ли возможность панду перевести на русский язык? Конечно, в будущем она будет переведена и на русский, на испанский, и на многие другие. Но сначала они должны навести полный порядок на английском языке. Опять повторю, то же самое, что происходило с и WhatsApp, и с Telegram, и Skype. Они все были запущены сначала на английском языке. На русский и на другие языки они начали переводить через несколько лет. Господа, пожалуйста, я вас прошу, не передавайте ни своих телефонов, ни веб-сайт в нашем чате. Иначе я буду вас блокировать.
Следующий вопрос, пожалуйста. Если у вас еще есть у кого-нибудь вопрос, пожалуйста, задавайте. А больше нет рук. Окей. Ну, если друг нет, рук больше нету, значит... А вот появился рука. Юрий Савченко. Юрий, да, наверное, опять хочет что-то поблагодарить. Включайте микрофон. Да, Юра, пожалуйста. Юрий, включайте. Вот, со второго раза получилось. Да я не, уже не поблагодарить. Вопрос такой. Майкл, у вас и вообще вот у партнера хотел спросить. На сегодняшний день есть проблемы с Фейсбуком? Потому что мои партнеры, ну, и друзья, и просто люди видят, что с Фейсбуком проблемы, и тут идет некорректная работа, и блокируются некоторые видеосообщения. Может ли это для нас быть как бы положительным и показательным, что вот, мол, смотрите, даже Фейсбук страдает, его контролируют, а мы можем спокойно работать, потому что никто так вот не будет блокировать, как Фейсбук. Но Фейсбук, особенно последние несколько лет, идут блокирования очень много. Люди, как говорят, попадают, как они называют, в Facebook тюрьма. Я был блокирован уже 3 раза. То есть блокирован был 3 раза, это тоже, то есть, что я не мог ничего не печатать, ничего не выставлять на Facebook где-то в течение, если я не ошибаюсь, 21 день. Так что я, как говорится, был в тюрьме Facebook уже 3 раза, потому что я что-то выставлял, то, что им не совсем нравилось, и это было связано с политикой. Ну, политикой местной, американской. Но они, да, там идет такая, сильно следят за людьми, так что то, что вы сказали, это 100% правда. Это еще один предмет, пример, почему у нас совершенно будет хорошее. Я все равно продолжаю пользоваться Facebook, но я пользуюсь Facebook чисто для выставления информации про наш бизнес. Пожалуйста, следующий вопрос. Боб, включайте микрофон. Да, слышно меня, да? Да. Здравствуйте еще раз, Майк. Здравствуйте. Смотрите, у меня вопрос такой. Знаете ли вы? Я понимаю, что это все будет в Панде 2, но смысл такой. Мы говорим о том, что это мессенджер. И меня очень волнует, как будет возможно делать коммуникацию с людьми в мессенджере. Потому что сегодня, условно говоря, у меня 300 человек подписались, но у меня, я телефоны ввел себе только 5, мне не надо 300. И написать сегодня я могу только этим 5, 300 человек своим подписчикам. Я не могу написать, я никому. Будет ли как-то вопрос решен с коммуникацией? Почему? Потому что я тогда не могу делать группу, я хотел делать свою группу по интересам, собирать людей, приглашать их в эту группу и с ними общаться. И получается, я их всех опять буду должен завести в свой личный телефон. А я не всем хочу давать свой личный телефон. Понимаете меня? Как сетевик, вы должны меня понять. Я вас понимаю очень. Как коммуникация будет построена в дальнейшем? Ну, какая коммуникация будет, я вам ответить не могу, потому что я не знаю. То, что оно будет... Как в Фейсбуке, как в Телеграме. Мы же говорим, что это... как бы мы лучше, да, но сама коммуникация в WhatsApp понятна, в Telegram понятна, а у нас пока не понятно. Если вы посмотрите в Telegram и WhatsApp, и вы когда увидите их коммуникацию, умножьте ее на 2. Это то, что будет делано у нас. Потому что, еще раз повторю, то, что я уже говорил много раз, и в WhatsApp, и на Telegram, и в Skype, в самом начале были такие же проблемы. Были очень тяжелые общаться с людьми и так далее и тому подобное. Все эти проблемы будут решены в Панде 2. Но самое главное, господа, я вам скажу такую вещь, потому что у меня многие люди спрашивают, и спрашивают мой совет как старого сетевика. Если вы строите структуру, ваша обязанность не работать со всей структурой, а работать с теми людьми, которых вы привели сами лично. Ни больше, ни меньше. А ваши люди должны работать с теми, кого они привели, не больше и не меньше. Потому что если завтра у вас будет 100 тысяч человек, или даже 10 тысяч человек, у вас просто времени не хватит общаться со всеми. А они будут на вас обижаться, потому что они знают, что вы со всеми общаетесь, а на них у вас времени нету. Поэтому, чтобы вы знали, в сетевом бизнесе люди делают то, что вы делаете –
а не то, что вы им говорите делать. Поэтому, если вы начнете общаться конкретно только с теми людьми, которых вы привели сами лично, они будут делать то же самое. Так что у вас нету обязанности работать с вашей всей группой. Если у вас сегодня 300 человек, а завтра будет 3000 человек, вам времени в сутках не хватит. Поэтому это неправильно. Майк, это все понятно с точки зрения сетевого. Я хочу использовать более широко этот мессенджер и общаться не только в сетевом бизнесе. У меня есть другой бизнес. И мне там тоже надо общаться. Так вот, я, извиняюсь, что вас перебиваю. Это еще одна вещь в сетевом бизнесе, которой делать нельзя. Вы не можете рекрутировать людей в своих группах в другой бизнес в зависимости от того, кто, если их привел кто-то другой. Потому нет, что нет, если... Выслушайте меня до конца. Я вас услышал, дайте мне ответить до конца. Если вы хотите использовать мессенджер, панда, просто общаться с людьми, вы можете так же, как в WhatsApp. Когда-то кто-то несколько лет назад, или точнее в 2014 году, прислал мне информацию про WhatsApp. И я подписался. И потом я послал другим людям, все, которые у меня в телефоне, что давайте пользоваться WhatsApp. И так мы начали пользоваться WhatsApp. То же самое делаем мы. И тот человек, потому что WhatsApp, для того, чтобы пользоваться вам WhatsApp, вы должны иметь этого человека телефон в своей системе. Ну не каждый захочет вам дать этот телефон. Если у вас в структуре человек там на 10-е колено, который вас и не знает, чего он будет вам давать телефон свой? Майк, смотрите, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Меня интересует одно. Возможность коммуницировать. Как я буду это делать? Как мне будет позволять... Вы это все увидите, когда будет запущена Панда 2. Да. Потому что от сетевого мне уже надоело слушать. Извините, не от вас. Баб, я выслушал вас. Теперь просто прислушайте ко мне. Ответ на свой вопрос вы получите точный, когда будет запущена Панда 2. Все, спасибо. Следующий, Виталий. Виталий, включайте микрофон. А, Майкл, привет. Я хотел Бобу немножко ответить. Вот он говорит, не хочет свой телефон показывать, а коммуницировать хочет. Как у меня происходит в Панда, я создал свой чат для своей команды, мне люди, с которыми я коммуницирую, скидывают номер телефона, имя, я его вбиваю в телефонную книгу, они, естественно, у меня появляются, синхронизация идет, появляется в Панде, я их добавляю в чат. Они, естественно, мне не звонят, они не знают, что они у меня в телефонной книге. Я вот про это хотел сказать. То есть телефонную книгу заносите в международном формате, там плюс 7, там, или если другая страна, там, естественно, плюс там и все. Добавляете в телефонную книгу, он у вас появляется, контакт в Панде, его добавляете в чат. И даете информацию в этом чате, которую вам надо. Вот, вкратце у меня все, спасибо. Спасибо, большое спасибо тебе. Вот я смотрю, человек написал: в связи с обстановкой по Украине Панда будет начислять и продвигаться дальше? Естественно, все будет продвигаться дальше, вам будет начисляться, даже если, не дай бог, потерялась вас связь, вы уже в системе, если вы уже установили свою платформу, это установили приложение, то все равно вы будете получать деньги, получать токены, ничего это не изменит. Дай бог, чтобы там уже был наконец мир, но как по отношению к нам ничего не изменится. Еще человек пишет, не получается зарегистрироваться по ссылке спонсора на фарме. Выдает ошибку 404, как быть? Это надо вам или cookies почистить на вашем компьютере, или поменять другой браузер. Я вижу, господа, больше вопросов нету, и мы уже больше часа, поэтому еще раз большое спасибо. Я, наверное, сделаю следующую встречу также, может быть, в следующее воскресенье. Не в пятницу, а в следующее воскресенье. Поэтому, господа, большое вам спасибо, что вы посетили нашу тренировку. И, пожалуйста, не забывайте, тренировки очень важны. Деньги в тренировках. Поэтому верите вы, не верите, но если вы хотите добиться
позитивного в нашем бизнесе, построить большие структуры, первое, что от вас требуется, посещение тренировки. Потому что помните, господа, всегда, люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. Если вы будете приглашать людей в бизнес и все делать правильно, они будут делать правильно так же, как и вы. Все, большое, большое спасибо, господа. До следующей встречи. Как говорится, всем нам...